мост, независимо от станции. На ней у тебя не возникнет сложностей. Другое дело коммунисты. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строгого режима налицо. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого, Андрея, мастера. Скажи, что от меня. Он тебе поможет. Храм надежды. Даже в нынешние времена мы не можем избавиться от вещей, которые делают нас людьми. Зависит от тебя и только от тебя. До встречи, Артём, и удачи тебе. Кузнецкий мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея мастера, но он нашел меня первым. Стой! Кто идет? Не двигаться! Эй, расслабься! Это человек! Выключи свет! Ну да, выглядишь ты по-человечески. Это главное. Давай, заваривай. Это свободная станция. Но ты поосторожнее тут. Станция у нас, конечно, свободная. Но красные за нами приглядывают. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, а осторожность. Так что держись поскромнее, понял? Внимание! На станции проводится проверка документов. Всем пройти к месту своей прописки. Помогайте правоохранительным органам выполнять их работу. Лицом к стене! Обыск! Да хватит! Отстаньте, противные! Я не такой! Командиру сейчас не до тебя, пацан! Готовься к досмотру! Всегда готов! А скажите, доктор, раз вы уже там, не могли бы вы заглянуть и к моей простате? А то как не пойду по нужде, ну все светит! Так, а ты кто? Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован! Ладно, ладно, ладно. Только без рук. Я сам пойду. Стой, стреляй! Беги! Ах ты дрянь! За мной, парень! Хватайте, ублюдка! Поосторожнее!
ней, тупица! Сюда! Любая попытка. Не могли бы вы заглянуть к моей простате? А то как не пойду по нужде, ну все светится. Может, облучился? Мерзавец! Эй! Держи дистанцию, мальчишка. Бьешь по тем частям тела, которые покорили твое воображение! Бьешь слабовато, однако! Да ты шутом на полставки подрабатываешь? Петросянишь? Ну-ка Так, а ты кто? Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Ладно, ладно, ладно. Только без рук. Я сам пойду. Но! Стой, стрелять буду! Беги! Ах ты дрянь! За мной, парень! Хватайте, ублюдка! Вперед, быстрее! Тупица! Берегись! Я тебе сказал! Бога. Но в тот день за меня больше некому было вступиться. И меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер. Только он смог помочь мне выбраться с этой станции. Проблема в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка. Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Как только поезд минует блокпосты, ты свободен.